За окном минус 32. Холодная погода в Кунгуре держится с начала недели. Каждый день родители задумываются, отправлять ли своих чад в школу. В каких случаях пропуск занятий по причине холодов не будет считаться прогулом? В городское управление образования каждый день поступают звонки от обеспокоенных родителей. Всех интересует один вопрос. При какой температуре детям можно не посещать учебные учреждения? Все школьники с 1 по 7 класс освобождаются от учебных занятий при температуре минус 25 градусов с ветром и минус 27 без ветра. Для остальных школьников, а также для воспитанников дошкольных учреждений, решения о посещении образовательных учреждений принимаются родителями. В 10-й школе уроки идут своим чередом. В младшем звене учащиеся могут не посещать занятия, если за окном 23 градуса ниже 0 с ветром или 25 без ветра. Но несмотря на 30-градусный мороз, 4-й Г на уроки пришел в полном составе, за исключением двух детей, которые находятся на больничном. Несмотря на погодные условия, связанное сейчас с низким понижением температуры, 100% посещаемость в школе. Дети приезжают из Мириновки, из Кирпичного, то есть добираются до школы своим транспортом. В 5-м Б-классе 30-градусный мороз напугал лишь двоих школьников. По словам оставшихся 22 ребят, такие морозы им не страшны. Просто нужно теплее одеваться.